тестостерон начинает падать, и вот появляется, начинают раскрываться таланты философа. Такое философское отношение к женщине. Вот смотрите, пожалуйста, тест. Вот впереди идет женщина, мимо прошла. Откуда начинают ваши глаза смотреть? А, снизу. Что-что? Снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Где рот останавливается ваши глаза? На уровне груди. Сюда не смотрите. Если там интересно, вы смотрите туда. Чокнутый. Ненормальный человек. Вот кто из вас глаза вначале в лицо смотрит? Как если она мимо. Когда она мимо прошла, мы за ней идем. Кто из вас вначале хоть немножко в лицо, глаза смотрит? Выше, 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 выше. Вот у них тестостерон хуже некуда.